Сегодня вторник, последний день весны. Мы едем сегодня в Милан. Сегодня распогодилось, дождя пока не было. Даже встречаются местами сильнее проблески в небе. Но над горами что-то все равно там куролесит. В Милан едем, не знаю, целый день или до вечера. Посмотрим. Планируем зайти в центр, проехаться на метро. И все. А пока сидим на вокзале. Ждем поезд. Добрались до Милана, до станции Милана Централь. Это типа главный вокзал в Милане. На подъезде огромное количество путей. 100-500 слева, 100-500 справа. Там какой-то еще док для скоростных. Что там? Самый скоростный. А, там еще был док для скоростных поездов. Он там виден. Белый такой. Короче, вокзал огромный. Сюда приходит все. И уходит все отсюда. Тут мы спустились. Тут вход в вокзал. Огромное здание. Короче, мы в метро. Метро вот так выглядит. Полная хрень, короче. Там туннель. Станция типа нашей Пролетарской. Сейчас пусть приедет. Доперли до центра Милана. Лёша говорит, что тут одна площадь, больше ничего нет. Но я слышал то же самое. Короче, тут особо ничего не съест. Памятники, какая-то церковь. Короче, к этой улице примыкает, ой, к этой площади примыкает улица. Лёша говорит, что она самая дорогая в Милане. Она прикольная тут, как по квартире идешь. Только ковров не хватает. Она с крышей, ну, полностью закрытая. Как он называется, кстати? Но. О, пойдем на цены посмотрим. Короче, цены. Спагетти от 22. Маргарита 15, это очень много. У нас рядом с домом маргарита стоит 4 или 5. Ну, короче, трешак. Идем дальше.
просто чтобы понимать. Здесь Mercedes, там Louis Vuitton, там Prada. Вон там Prada какая-то. Louis Vuitton. Раньше вместо Louis Vuitton против Versace был McDonald's. О, Versace. Пошли посмотрим Versace. Чем так крут Versace? Короче, Versace. От жданов, по-моему, не отличается. Пошли дальше. Пойдем в Prada. Что? Вот эта штука, типа, загадывает желание. Становишься и крутишься в пятки, и вот так вот крутишься. Короче, да. Короче, Prada. Что нам предложит сегодня Prada? Ну, короче, то же самое, что на жданах. Иди сюда. А, цены. То же самое, вон, позвони туда. Цены. Во. Короче, вся эта хрень, если не видно, там что-то 1820. 3500, что-то. Есть 170, есть 1250, есть 3500. Все ясно. И последняя. Последний филиал жданов. Филиал сумок жданов. Луи Витон. Ну, опять же, то же самое все. А когда-то на этом месте был Макдональдс. Сумочки 2400, 2700. Пришли в какой-то замок. Как называется? Короче, в какой-то замок. Замок как замок, не знаю. Ничего особенного. Зашли в какой-то двор. По краям сидят эти хипстеры. Решил сняться на фоне двор. Чем-то... Да. Чем-то напоминает улицу Октябрьскую. Короче, закончили мы сегодня с Миланом. Закончили мороженку. Сейчас доедаем. Едем домой. Мороженое стоит 2,5 евро. Вкусное. Ничего особенного. Просто качественное. Все, теперь окончательно закончили с Миланом. Уже сидим в поезде до Бергамо. Мы, когда вышли из метро, влупил такой дождь, что с таким ветром, что под крышей вокзала даже шел дождь. Под крышей вокзала. Ну, Милан хорош тем, что здесь есть где спрятаться от дождя. Так что если даже он нас застал на улице, проблем бы не возникло. Короче, Милан. В Милане ничего особо нету. Все, что там есть, сосредоточено в радиусе пары километров. Короче, удобно приехать, в Острухи глянуть и уехать, как мы сегодня это и сделали. С чем мы там смотрели? Ну, площадь. На каком-то прошлом видео. Еще по какой-то пешеходной улице прошли, зашли в замок, еще по какой-то пешеходной улице, съели мороженое, и все. Милан отличается тем, что здесь просто больше людей, больше туристов, больше зданий, больше цены, и все, больше ничего интересного нет.